Сейчас мы будем менять кассету с RAM. Что нам для этого понадобится? Вот такой вот инструмент для откручивания кассеты. Ставится он вот сюда и попадает в эти пазы, для того, чтобы можно было вот эту вот гаечку открутить. Но для того, чтобы ее открутить, нам нужно держать кассету. Руками держать ее невозможно, поэтому нам нужен вот такой вот инструмент. Он сделанный из металлической пластины и кусочков цепи. Чтобы кассету удерживать, нам нужно ее вот так вот зацепить, а дальше ключом на 24 открутить. Я буду откручивать обычным разводным. Здесь мы держим кассету, а тут мы крутим и откручиваем. Все очень просто. Дальше вставляем ее снова сюда. И эта гаечка откручивается. И дальше кассета вот так аккуратно снимается. Дальше нам нужно вот это все вычистить от мусора. Здесь может быть грязь, песок, пыль. Сейчас я поставлю на паузу. Так, барабан чистый. Приступаем к установке новой кассеты. Кассета точно такая же. Для того, чтобы ее надеть, нужно просто так ставить и искать свое место. По-другому ее нацепить невозможно. Здесь шлицы подогнаны так, что она встает только на свое место. Дальше дополнительные звездочки. Точно так же нужно найти место, куда она садится. Один паз шире других. Вот есть. И здесь точно так же. Где у нас самый широкий? Есть. И теперь шайбой нужно закрутить. Даже стрелочка есть, куда крутить. И написано, с каким крутить усилием. Но я не буду крутить динамометрическим ключом. Он у меня где-то есть. Я закручу его обычным. Точно так же ставим сюда этот инструмент. Обхватываем кассету уже в обратном направлении. И будем закручивать. Все, хватит. Никуда она уже не денется. Все. Кассета установлена. Можно садиться на велосипед и ехать. Подписывайтесь на канал. И до встречи в следующем видео.